Вот эта медаль, это по итогам чемпионата. Значит, она тоже очень оригинальная. Ведь у нее акриловая вставка. Вот так можно посмотреть. То есть там внутри акрил, и на нем мы делаем любое нанесение. То есть вот и два металлических элемента. То есть она такая вся ажурная. И вот на этой теме тоже можно делать разные вариации и так далее. Ну и самое интересное, вот это еще упаковка, тоже в дополнение. Она, понимаете, как бы, когда вот такой футляр, я говорю, мы чуть отходим, уже не видим, что там находится, да? А вот это, она одновременно является подставкой. То есть мы четко видим одну сторону, вторую сторону, если надо. И плюс это еще поле для дополнительного нанесения. То есть здесь просто узоры, а так, например, ну бывает, что на медали не помещаются какие-то эмблемы, какие-то тексты. Можно вот таким образом сделать.